Добрый день! Вас приветствует Федерация судебных экспертов. Мы продолжаем цикл наших видеороликов «Слово экспертам». Сегодня у нас в студии эксперт-химик Михаил Косточка. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Сегодня мы с Михаилом предлагаем вашему вниманию беседу на тему исследования полимеров. Ценовая политика у вас как-то зафиксирована или индивидуально в каждом случае по запросу? Чтобы, допустим, идентифицировать один образец, ну, два образца полимера, то есть... Мы берем порядка 56 тысяч. Угу. Вот. Но это с полным детальным описанием. Это уже прям расширено. Потому что, да, как мы проводим исследования? Мы снимаем спектры, дальше у каждого спектра есть характеристические частоты поглощения, то есть каждые функциональные группы имеют свои, то есть фингерпринты, это отпечатки пальцев, и, соответственно, мы можем, оперируя атласами и электронными базами данных, определить... Как принадлежность групп, степени замещения, то есть как это, что это вообще, вот. Хорошо, я поняла. Спасибо вам, уважаемые зрители, за ваше внимание. Пишите свои вопросы к нам на форум, звоните, приезжайте на консультацию, мы всегда будем рады вам помочь. Всего доброго.